Ежегодно в преддверии открытия купального сезона проходит проверка готовности к нему брестских пляжей. Комиссия посетила пляж Центральный, Восток, Грибной канал, не забыла и о зоне отдыха Красный двор, которая, как выяснилось, готова к сезону пока меньше всех. По результатам осмотра пока у всех четырех пляжей выявлены некоторые недочеты. Отсутствие информационных стендов, бытовой мусор, необходимо провести покраску и реконструкцию пляжного инвентаря и перенести детские купели в воде на нужную глубину. Но есть к пляжам и более серьезные вопросы. Есть вопросы по устройству парковок в районе Красного двора. Планируется организация одностороннего движения там же в районе Красного двора, чтобы исключить возможные заторы и конфликтные ситуации среди водителей. Есть планы по переустройству на центральном пляже, где мы сейчас находимся, также подъезда к водоохранной, водозабору, чтобы обеспечить безопасность находящихся здесь. И, соответственно, расширение немножечко этой территории для того, чтобы было больше места для отдыха горожан на пляже. При подготовке к летнему сезону поднимается самый важный вопрос – безопасность людей на воде и у воды. Организация СВОД проведен ряд мероприятий, подготавливающих пляжи к лету. Есть у комиссии и интересные задумки. Согласно спасательной службе СВОД было очищено дно всех акваторий, пляжей, которые разрешены. В этом году от посторонних предметов убраны были мусор. Также ДЭПом были приведены в готовность именно инфраструктура вот пляжей. В свою очередь наши спасательные станции готовы к полном объеме к несению дежурств. Катера спущены на воду. Набирается сейчас идет набор матросов-спасателей, которые мы берем на сезонную летнюю работу. Прорабатывали вопрос, не знаю, получится или нет. Хотелось бы сделать какую-то детскую площадку, потому что много детей на пляже. И постоянно в воде сидеть тоже не самое лучшее для ребенка, а заняться больше здесь нечем, как таковое. Поэтому если нам город что-то поможет или где-то найдутся спонсоры, которые сделают нам детскую площадку для детей, думаю, это будет довольно-таки хорошее и приятное времяпровождение, да и безопасное. Но все еще остро стоит вопрос о культуре жителей нашего города. К сожалению, не все люди бережно относятся к природе и к городским объектам общего пользования. Люди у нас не очень добросовестно относятся. Акты вандализма, и скамейки ломают, и урны переворачивают, хватает работы. Мы очень много говорим об экологии, порой не думая, что она, экология, начинается прежде всего с себя. Хотелось бы, чтобы круг человеческих интересов не замыкался только на своем комфорте. Ведь ухаживая и проявляя заботу к окружающей среде, человек делает свою жизнь только лучше. Чистая прибрежная зона, дно без мусора и опасных предметов, довольные лица людей, яркое солнце и громкий смех детей. Вот оно, идеальное лето. Алена Миневич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич. Телекомпания БУК-ТВ.